15 учеников очень хотят водить автомобиль. На них поставили крест во всех автошколах. Они многократно не сдали на права. Но мы дадим им еще один шанс в автошколе на Ферце. Обучение в нашей автошколе проводят инструкторы Виталий, Константин, Вольф и главный инструктор автошколы Сергей. Правила проекта таковы. Обучение в нашей автошколе продлится 4 недели. Каждую пятницу наиболее подготовленных ждут экзамены в ГАИ, в результате которых они могут получить настоящие права. Для того, чтобы обучение было эффективным, в конце каждого дня инструкторы устроят наказание для тех, кто оказался худшим. Посмотрим, есть ли какой-то прогресс в развитии учеников и готовы ли они покинуть категорию безнадежных чайников. Поехали! Алексей Борисович, школьный учитель, сдавал 7 раз. Наставник юных умов сам оказался на ученическом сиденье и, более того, был подвергнут наказанию. Мы уже знаем его главную проблему – это болезненная неуверенность в себе. Он слушает все, но и он запоминает все, но он не может этим пользоваться. Виталий обнаружил серьезную брешь в сознании Алексея Борисовича. Удастся ли ее залатать? Опять паникую. Мне кажется, что мне ничего не получается. Тормозим. Ай, да что тут? Ну, ёлки-палки, а? Чёрт побери, а? Да ёлки бабай, а? Ёшкин компот. Какое богатство эпитетов. Но сбитые конусы никакими причитаниями назад не поставишь. Вот это очень весело. На самом деле, вы еще не готовы просто. Я думаю, что это было нам хорошим уроком. Досадно. А, ну ладно. Ну все, сидите уж. Меньше такого ученика, чем нерадивого. Надо учиться, учиться, учиться и еще раз учиться. Анастасия, 19 лет, студентка, сдавала 3 раза. У Насти есть одна маленькая слабость, которая доводит Сергея до белого коленя. Девушка любит поболтать, а вот с вождением пока стальной конь не валялся. Настя, давай вот это заберем тогда. Нет, нет, давайте я. Она вставлю. Неправильная. Нет, Настя, она неправильная. Хорошо, как мне она все равно нужна. Ему не понравилось, что я там неправильно нарисовала коробку передач. Ну какая разница, я нарисовала коробку передач советской машины. А то, что у него есть иномарка, это как бы его тоже проблема. Сегодня Настя сделала огромный прорыв в будущее автомобильное свое. Она переключилась дальше первой передачи. Газ, газ, гоню, не гоню, гоню. Сцепление, тормоз. Сцепление, тормоз. Переключаемся. Видели, я смогла. Наконец-то экшен. И первые похвалы в адрес Насти, озвученные ей самой. Нет, бы улыбнулся, сказать, ну бывает, но девочка перепутала, разнервничалась. Не надо рывками, все, спокойно. Я нервничаю. Газ. Газ. Скидываем скорость. Скидываем. Было весело, искрометно и страшно. Анастасия, едем, не кидаем газ. Не кидаем газ. Мы на второй, не кидаем газ. Выравниваемся. Все, я молодец. Третья, блин, круто. Не смотрим на коробку передач. Да что ж ты дразнишься, а? Вот он, секретный метод Анастасии. Уверенность за рулем она обретает задорным эхом, повторяя команды инструктора. Она ни разу не промахнулась в движении, переключая передачи. Это хороший знак. Так что, ребятки, ждите меня, скоро буду. Таисия, 20 лет, переводчица, сдавала 5 раз. На прошлом занятии Таисия ввергла инструктора в шок своим сексапильным имиджем, получила низкую оценку и подверглась наказанию. Хуже дела у нее пойти уже не могут, верно? А на следующее занятие вы голые придете? Исправляем. Перед поездкой в город я решил проверить у нее правила дорожного движения. Задал самые простые знаки, ну, которые должен знать вообще ребенок. Какой знак?
ЦСКА. А вот это что знак? Кирпич. Это кирпич. Стопно! Занятие закончилось, не начавшись. Теория оказалась не самым сильным местом ученицы. Доведется ли нам увидеть хоть какую-то практику? Не срослось у нас сегодня с городом. Следующее наше занятие начнется с того, что вы мне ответите. Я буду задавать скучный, разные. Мне интересно, я прям поражаюсь, как люди на свете такие рождаются. Нет проблем, вы можете поменять инструктор. Так я вы конструктор, говорю, а не инструктор. Словесный поединок грозит затянуться надолго. Это шаг назад, даже по сравнению с прошлым занятием. Идите учите ПДД. ПДД. ПДД как-то мне не совсем нравится все это вот. До свидания. Альбер, 30 лет, актер, сдавал два раза. Альбер – это не меньшая боль Константина, чем Таисия. Посмотрим, сможет ли этот беспечный ездок компенсировать грубые ошибки второго дня, выполняя упражнение эстакада. Справа обрыв и слева обрыв. Куда мы должны поехать? Прямо. Прямо, поехали. Но мне почему-то кажется, что мы не уже теперь перестали. Есть кому думать, давайте. Да и объясняет он как-то, ну, такое впечатление, что он не здесь, не на земле, а где-то на седьмом небе. Уникальный случай. Инструктор и ученик предъявляют друг другу одинаковые претензии. Так на чьей же стороне истина? Давно назад, тихо. Альбер очень много ошибался вот при данном упражнении. Ох, господи. Все, занятие закончено? Я думаю, что сегодня у меня получилось. Серьезные недочеты. Если он это не исправит, наказание будет самым суровым. Вопрос телезрителям. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому следует уступить дорогу? А. Трамваю. Б. Легковому автомобилю. В. Никому. Надо быстро проехать, подав длинный звуковой сигнал. Правильный ответ после рекламы. Дисбактериоз при... Мы спрашивали вас, кому следует уступить дорогу? Правильный ответ – трамваю. Наталья, 23 года, временно не работает, сдавала 3 раза. На вчерашнем занятии Наталья много и ярко балагурила, а Константин этого, как мы теперь знаем, не любит. Но с этого момента шутки кончились. Впереди эстакада. На самом деле боюсь с ней ездить, потому что вот предыдущее упражнение, которое она выполняла, гараж, мы сбили там колеса, мне было на самом деле страшно. Газу. Едем отлично. Помните, как остановился? Все, стоп. Заглохли опять? Ну, зато остановилась. Да, ручки покажите. Не-не-не, вот так вот пальчиком. Не, я еще хочу посмотреть. Ну, вот ресурсы, конечно. Мандраж полный, да? Я вижу, что человек старается, и это самое главное для меня. Ольга, 35 лет, хореограф, сдавала 9 раз. Вчера ветеран заваленных экзаменов Ольга доездилась до наказания скоростью. Сможет ли она реабилитироваться в глазах инструктора? Здравствуйте, Ольга. Одета как положено. Вот я для вас специально переоделась. Хотела спросить, где вот. Ты? Мой внешний вид. Чудесный внешний вид. Сама увидишь, как тебе будет удобно управлять машиной. Ему мой внешний вид понравился, мне, конечно, нет. Будем сниматься очень. Естественно, а как же, значит, ты уже держишь шуку на башнике. Мне вот даже порой хочется сказать, и Ольга, неужели вы думаете, что все обязаны водить автомобиль? Может быть, вам не нужно это совершенно? Может быть, ездить с водителем, или ездить на такси, или ездить в общественном транспорте? Отсюда мы должны с тобой стартовать. И вот где первые столбики, видишь, возле первых столбиков ты должна начать тормозить и затормозить, не сбив вот эту колонну остальных столбиков красненьких. Понятно? То есть левая ножка сцепления, правая тормоз. Помню? Помню. Тормозить, стоп. Нет, это рановато. Товарищи мои, сходно. Не надо бросать руль только. Руль бросать не надо. Нормально, мои люди гонщики. Нет, рано. Рано и не бросай руль ты зачем бросаешь? Ну так надо. Руль не надо бросать. Ты тормозишь, бросаешь руль и смотришь на меня. Ну все правильно, как обезьян, страна. Не бросать руль, не смотреть на меня, окей? Я не могу не глядеть на вас. Ольга, это вообще отдельная тема для разговора, уже даже не касается вождения, обучения вождению автомобиля. Не надо, нога стоит, все. Блин, ребята, поехали в сторону. Помогите мне. Тормози.
уже лучше. Не бросай руль, чего ты руль бросаешь-то? Не бросай руль, Ольга, руль, зачем ты бросаешь? Ну это так надо. Вольф просто не понимает. У Ольги настолько взрывной темперамент, что руль буквально горит у нее в руках. Вольф разозлился то, что я убирала руки с руля. Все, на сегодня хватит. Вольф, не злись! Инструктора явно угнетает альтернативный подход Ольги к простейшим действиям. Бросает руль и смотрит на меня, то есть как примерная ученица. Правильно ли я делаю? Вольф недоволен, а я довольна всем. Натали, 30 лет, тренер по карате, сдавала 5 раз. Натали довольно уверенно вела себя в городе, но Вольфа смущает нечеловеческая говорливость ученицы. Может, сегодня обойдется без лишних эмоций? Единственный ее недостаток – это, конечно, ее недисциплинированность. Она не может промолчать в ответ. Все, что ей не говори, она говорит 5 слов тебе в ответ. Газу! Все, стоп, молодец, молодец. Пускай это было на грани фола, но половина сложного испытания позади. Тем не менее, я хочу номинировать тебя на сдачу экзамена в ГАИ в эту пятницу. У нас есть первый серьезный кандидат на сдачу экзамена в ГАИ. Респект, господин Вольф. Хотя у Натали свой взгляд на ситуацию. Не избавитесь вы, Батькович, не сдам я в эту пятницу на права. Потому что я это знаю. Глеб, 24 года, конферансье. Сдавал 2 раза. Прошлое занятие Глеб превратил в настоящий уличный перформанс. На этот раз ему предстоит продемонстрировать свой прогресс на площадке. Нормально. Сегодня мы в город не поедем. Мы сегодня будем отрабатывать змейку назад. Почему там у инструктора проверяют меня какими-то нестандартными методами, я не знаю. Поворачивай, поворачивай. Круто вправо выворачивай. Есть над чем поработать. И сегодня мы первый раз, конечно, выполняли такое необычное упражнение, как змейка задним ходом. Заворачиваю. Сразу же влево опять обратно. Но разве артиста оригинального жанра напугаешь какой-то там змейкой? Глеб едет напролом, без всяких раздумий, сомнений и жалоб. Естественно, что мы сбили несколько столбиков, но суть не в этом. Дело в том, что он не пугается. Ты сегодня придумал мне такое необычное задание — змейку задом. Что будет завтра? И мне кажется, что это не последняя ситуация, когда я буду заниматься и обучаться как-то нестандартно. Наталья Ивановна, 60 лет, садовод-огородник, сдавала 5 раз. Вчера Наталья Ивановна долго и обаятельно вертелась на сиденье, но до полноценной езды дело так и не дошло. Посмотрим, не станет ли такой подход нормой. Давайте сейчас поедем налево. Преодолев свою робость, женщина-садовод начинает делать первые успехи. Берите пример, почвенники и натуралисты. Этот стальной мустанг станет ручным в моих руках. Это мои фиги. И руку уже можно крутить обратно, быстро, степлее, зачем это надо? И уже обратно прямо. Быстро. И во все ворота нужно попасть. Попасть. Я остановился прям вот. Еще бы немного, я сбила. Да. И если бы не инструктор, я бы точно поцарапала в машину. Несмотря на то, что он молодой и кажется зеленым. Прогресс есть. Вопрос телезрителям. Разметкой в виде буквы А обозначают: А — полосу для движения в аптеку, Б — специальную полосу для маршрутных транспортных средств, В — полосу для движения в состоянии алкогольного опьянения. Правильный ответ после рекламы. Вот. Какое богатство эпитетов! Но сбитые конусы никакими причитаниями назад не поставишь. Вот это очень весело. На самом деле, вы еще не готовы просто. Я думаю, что это было нам хорошим уроком. Досадно. А, ну ладно. Ну все. Сидите уж. Меньше страшного ученика. Нерадивого. Надо учиться и еще раз учиться. Анастасия, 19 лет, студентка, сдавала 3 раза.
У Насти есть одна маленькая слабость, которая доводит Сергея до белого коленя. Девушка любит поболтать. А вот с вождением пока стальной конь не валялся. Настя, давай вот это заберем тогда. Нет, ну, нет, давайте я оставлю. Она неправильная. Нет, Настя, она неправильная. Хорошо, как мне она все равно нужна. Ему не понравилось, что я там неправильно нарисовала коробку передач. Ну, какая разница? Я нарисовала коробку передач советской машины. А то, что у него есть иномарка, это как бы его тоже проблема. Сегодня Настя сделала огромный прорыв в будущее автомобильное свое. Она переключилась дальше первой передачи. Газ! Газ! Гоню! Не гоню, гоню! Сцепление, тормоз! Сцепление, сцепление, тормоз! Переключаемся в инициал. Видели, 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 я смогла. Молодец. Наконец-то экшен! И первые похвалы в адрес Насти, озвученные ей самой. Нет, бы улыбнулся сказать, ну бывает, но девочка перепутала, разнервничалась. Не надо рывками, все, спокойно. Тихо, спокойно. Я нервничаю. Газ. Газ. Скидываем скорость. Скидываем скорость. Было весело, искрометно и страшно. Натися, едем, не кидаем газ. Не кидаем газ. Мы на второй, не кидаем газ. Выравниваемся. Все, я молодец. Третья, блин, круто. Не смотрим на передачу. Да что ж ты дразнишься, а? Вот он, секретный метод Анастасии. Уверенность за рулем она обретает задорным эхом, повторяя команды инструктора. Она ни разу не промахнулась в движении, переключая передачи. Это хороший знак. Так что, ребятки, ждите меня. Скоро буду. Таисия, 20 лет, переводчица. Сдавала 5 раз. На прошлом занятии Таисия ввергла инструктора в шок своим сексапильным имиджем, получила низкую оценку и подверглась наказанию. Хуже дела у нее пойти уже не могут, верно? А на следующее занятие вы голые придете? Исправляем. Перед поездкой в город я решил проверить у нее правила дорожного движения. Задал самые простые знаки, ну, которые должен знать вообще ребенок. Какой знак? ЦСКА. А вот это что знак? Кирпич. Это кирпич. Стобно! Занятие закончилось, не начавшись. Теория оказалась не самым сильным местом ученицы. Доведется ли нам увидеть хоть какую-то практику? Не срослось у нас сегодня с городом. Следующее наше задание. Огурила. А Константин этого, как мы теперь знаем, не любит. Но с этого момента шутки кончились. Впереди эстакада. На самом деле боюсь с ней ездить, потому что вот предыдущее упражнение, которое она выполняла, гараж, мы сняли там колеса, мне было на самом деле страшно. Газу. Едем отлично. Помните, как остановился? Все, стоп. Заглохли опять? Ну, зато остановилась. Да, ручки покажите. Не-не-не, вот так вот пальчиком. Не, ну я еще хочу посмотреть. Ну, трясутся. Трясутся? Мандраж полный, да? Я вижу, что человек старается, и это самое главное для меня. Ольга, 35 лет, хореограф, сдавала 9 раз. Вчера ветеран заваленных экзаменов Ольга доездилась до наказания скоростью. Сможет ли она реабилитироваться в глазах инструктора? Здравствуйте, Ольга. Одета как положено. Вот, я вас специально переоделась. Хотела спросить, где ты? Вот вам мой внешний вид. Чудесный внешний вид. Сама видишь, как тебе будет удобно управлять машиной. Ему мой внешний вид понравился, мне, конечно, нет. Здравствуйте. Будем сниматься очень. Естественно, а как же, значит, ты уже держишь руку на рюкзаке. Мне вот даже порой хочется сказать, и Ольга, неужели вы думаете, что все обязаны водить автомобиль? Может быть, вам не нужно это совершенно? Может быть, ездить с водителем, или ездить на такси, или ездить в общественном транспорте? Отсюда мы должны с тобой стартовать. И вот где первые столбики, видишь, возле первых столбиков ты должна начать тормозить и затормозить, не сбив вот эту колонну остальных столбиков красненьких. Понятно? То есть левая ножка сцепления, правая тормоз. Помню? Помню. Тормозить стоп. Это рановато. Давай еще мое сходно. Не надо бросать руль только. Руль бросать не надо. Нормально, мы великие гонщики. Нет, рано. И не бросай руль. Руль ты зачем бросаешь? Ну так, на. Руль не надо бросать. Ты тормозишь, бросаешь руль и смотришь на меня. Ну все правильно, как обезьян, страна. Не бросать руль, не смотреть на меня, окей? Я не могу не глядеть на вас. Ольга, это вообще отдельная тема для разговора, уже даже не касается вождения, обучения вождению автомобиля. Не надо на газ давить, все. Блин, ребята, поехали в сторону. Помогите мне.
Нет, уже лучше не бросай руль, что ты руль бросаешь-то? Не бросай руль, Ольга, руль зачем ты бросаешь? Ну это так надо. Вольф просто не понимает. У Ольги настолько взрывной темперамент, что руль буквально горит у нее в руках. Вольф разозлился то, что я убирала руки с руля. Все, на сегодня хватит. Вольф, не злись. Инструктора явно угнетает альтернативный подход Ольги к простейшим. Было весело, искрометно и страшно. Отлично, едем, 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 не едем, кидаем, не, газ. Не кидаем газ. Не кидаем газ. Мы на второй, не кидаем газ. Выравниваемся, выравниваемся. Все, 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 я молодец. Третья. Третья, блин, круто. Не смотрим это по передаче. Да что ж ты дразнишься, а? Вот он, секретный метод Анастасии. Уверенность за рулем она обретает задорным эхом, повторяя команды инструктора. Она ни разу не промахнулась в движении, переключая передачи. Это хороший знак. Так что, ребятки, ждите меня. Скоро буду. Таисия, 20 лет, переводчица. Сдавала 5 раз. На прошлом занятии Таисия ввергла инструктора в шок своим сексапильным имиджем, получила низкую оценку и подверглась наказанию. Хуже дела у нее пойти уже не могут, верно? А на следующее занятие вы голые придете? Исправляем. Перед поездкой в город я решил проверить у нее правила дорожного движения. Задал самые простые знаки, ну, которые должен знать вообще ребенок. Какой знак? ЦСКА. А вот это что знак? Кирпич. Это кирпич. Стопно! Занятие закончилось, не начавшись. Теория оказалась не самым сильным местом ученицы. Доведется ли нам увидеть хоть какую-то практику? Не срослось у нас сегодня с городом. Следующее наше занятие начнется с того, что вы мне ответите. Ой, я буду задавать скучный, разные. Мне интересно, я прям поражаюсь, как люди на свет такие рождаются. Нет проблем, вы можете поменять инструктора. Так я вы конструктор, говорю. А не инструктор. Словесный поединок грозит затянуться надолго. Это шаг назад, даже по сравнению с прошлым занятием. Да, идите, учите ПДД. ПДД. ПДД как-то мне не совсем нравится все это вот. До свидания. Альбер, 30 лет, актер, сдавал 2 раза. Альбер – это не меньшая боль Константина, чем Таисия. Посмотрим, сможет ли этот беспечный ездок компенсировать грубые ошибки второго дня, выполняя упражнение эстакада. Справа обрыв и слева обрыв. Куда мы должны поехать? Прямо. Прямо, поехали. Но мне почему-то кажется, что мы не успели. Теперь есть кому думать, давайте. Да и объясняет он как-то, ну, такое впечатление, что он не здесь, не на земле, а где-то на седьмом небе. Уникальный случай. Инструктор и ученик предъявляют друг другу одинаковые предложения. Претензии. Так на чьей же стороне истина? Альбер очень много ошибался вот при данном упражнении. Ох, все, занятие закончено? Я думаю, что сегодня у меня получилось. Серьезные недочеты. Если он это не исправит, наказание будет самым суровым. Вопрос телезрителям. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому следует уступить дорогу? Виталий обнаружил серьезную брешь в сознании Алексея Борисовича. Удастся ли ее залатать? Опять паникую. Мне кажется, что мне ничего не получается. Тормозим. Ай, да что тут? Ну, ёлки-палки, а? Чёрт побери, а? Да ёлки-палки, бабай, а? Ёшкин компот. Какое богатство эпитетов. Но сбитые конусы никакими причитаниями назад не поставишь. Вот это очень весело. На самом деле, вы еще не готовы просто. Я думаю, что это было нам хорошим уроком. Досадно. Да, ну ладно. Ну все, хотите уж. Меньше такого ученика нерадивого. Надо учиться, учиться, учиться и еще раз учиться. Анастасия, 19 лет, студентка, сдавала 3 раза. У Насти есть одна маленькая слабость, которая доводит Сергея до белого коленя. Девушка любит поболтать, а вот с вождением пока стальной конь не валялся. Настя, давай вот это заберем тогда. Нет, ну, нет, давайте я оставлю. Она неправильная. Нет, Настя, она неправильная. Хорошо, как мне она все равно нужна. Ему не понравилось, что я там неправильно нарисовала коробку передач, ну какая разница, я нарисовала коробку передач советской машины, а то, что у него есть иномарка, это как бы его тоже проблема. Сегодня Настя сделала огромный прорыв в будущем.
будущее автомобильное свое, она переключилась дальше первой передачи. Газ! Газ! Гоню! Не гоню, гоню! Сцепление, тормоз! Сцепление, сцепление, тормоз! Переключаемся, не стало. Увидели, 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 я смогла. Наконец-то экшен! И первые похвалы в адрес Насти, озвученные ей самой. Нет, бы улыбнулся сказать, ну бывает, но девочка перепутала, разнервничалась. Не надо рывками, все, спокойно. Тихо, спокойно, я нервничаю. Газ. Газ. Скидываем скорость. Скидываем скорость. Было весело, искрометно и страшно. Анфиса, едем, не кидаем газ. Не кидаем газ. Мы на второй, не кидаем газ. Выравниваемся. Все, я молодец. Третья, блин, круто. Не смотрим передачу. Да что ж ты дразнишься, а? Вот он, секретный метод Анастасии. Уверенность за рулем она обретает задорным эхом, повторяя команды инструктора. Она ни разу не промахнулась в движении, переключая передачи. Это хороший знак. Так что, ребятки, ждите меня. Скоро будут. Таисия, 20 лет, переводчица. Сдавала 5 раз. На прошлом занятии Таисия ввергла инструктора в шок своим сексапильным имиджем, получила низкую оценку и подверглась наказанию. Хуже дела у нее пойти уже не могут, верно? А на следующее занятие вы голые придете? Исправляем.